Компания «Двигатели Дуйнова» в 2020-м заканчивает инвестирование и переходит к этапу строительства конструкторского бюро в экономической зоне «Технополис Москвы». Станьте совладельцем прибыльного российского проекта. Регистрируйтесь, чтобы узнать больше. Ссылка под видео. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. Вы находитесь на канале «Двигатели Дуйнова». С вами Александр Сударев. И сегодня вы станете свидетелями того, как мы делаем отгрузку двигателя из мелкосерийной партии с индексом 1 нашим коллегам из компании «Стин». Данный двигатель является тяговым, и поэтому Игорь Корхов в нашей лаборатории поможет настроить связку контроллера и двигателя и адаптировать все режимы работы под задачи, которые необходимы коллегам из компании «Стин». Как это было, вы сейчас увидите. Итак, наш первый серийный двигатель с нашей установочной партии готов к отгрузке нашим партнерам из компании «Стин». Данный мотор прошел все испытания и также полностью подтвердил теоретические расчетные параметры. Параметры у него примерно такие. Полностью сейчас оглашать не буду, но ориентировочно значит 10-15 кВт номинал. Зависит от оборотов и батареи, напряжения батареи. И в пике может дать киловатт 40-50 тоже, в зависимости от контроллера и батареи. Вот такой вот маленький компактный моторчик, массой в 30 килограмм всего. Вот. А теперь этот двигатель пойдет в свою красивую упаковочку. Вот и происходит тот долгожданный момент, которого ждали все участники проекта «Двигатели Дуйнова». Сегодня мы отгружаем один из двигателей представителям компании «Стин», нашим партнерам. Собственно, расскажите ваше мнение о том, какой получился двигатель и зачем он вам нужен. Двигателем мы довольны. Мы сегодня убедились, так сказать, воочию в лаборатории в его характеристиках. Использовать мы его будем для электротранспорта. А какого электротранспорта? Пока секрет. Увидите в дальнейших видео и обзорах. И это очень почетно получить под первым номером тяговый двигатель от Solelmash. Стоит учитывать, что это двигатель собственной разработки? Да, уже под своим логотипом, со своим ВИН-номером. Торжественно поздравляем вас и нас с этим событием. Ура! Ура, ура, ура. Ну а теперь... Упаковка очень оригинальная, это подарочный, так сказать, вариант. Эксклюзивный. Скорее всего, больше никто такую упаковку не получит. Да, но это не точно. Да? Не точно. Но об этом тоже в следующих видео. Или только другого габарита или типа. Ну, тогда я предлагаю переместиться с нашими зрителями к моменту упаковки двигателя и покажем, что у нас получится по итогу. Согласна.
ждет еще больше интересной информации. Стоит учитывать, что в проекте происходят каждый день важные и нужные события. Но не все из того, что происходит, можно показывать на камеру. Поэтому наберитесь терпением, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайк и ждите новых новостей. До новых встреч! Компания «Двигатели Дуйнова» в 2020-м заканчивает инвестирование и переходит к этапу строительства конструкторского бюро в экономической зоне «Технополис Москвы». Станьте совладельцем прибыльного российского проекта. Регистрируйтесь, чтобы узнать больше. Ссылка под видео.